куклы? В царстве мертвых? Что это? Послание. Феба? О, Феба, как же я рада видеть тебя! Ты богиня, да? Феба, это я, Кассандра. Здравствуй, Кассандра. Это твой орел? Вот бы мне орла. Я знаю, Феба. Я знаю. Что ты здесь делаешь? Играю. Ты знаешь мое имя? Кефалиния, Маркус, Афины, Аспасия. Помнишь что-нибудь из этого? А меня? Не помню тебя. Ты работаешь на человека с одним глазом? Кто это? Я хотела пить, и он дал мне воды. Ты выпила воду Леты. Феба, это важно. Ты должна вспомнить, кто тебе ее дал. Я не помню. Он забрал мою игрушку. Орла. Такого, как Икар. Может, ты вспомнишь, если я верну его? Нет, я и так все помню. Кажется. Подумай. Ты знаешь, куда человек с одним глазом унес орла? Он упоминал какую-то яму. Может, яму лишений? Точно. Помнишь, что было до того, как ты выпила воду? Нет, я всегда была здесь. Тот человек не должен был давать тебе воду и забирать твою игрушку. Мы вернем ее. То есть украдем? Да, я именно об этом. Что-то мне подсказывает, что у тебя талант. Пойдешь со мной? Вместе на поиски приключений? Идет. Да начнется приключение. Ты напоминаешь мне одну девочку с Кефалинии. Бывала там когда-нибудь? Я всегда жила здесь. Расскажи о ней. Она храбрая, умная. Она равнялась на меня. Но и я равнялась на нее. Равнялась на нее? А она это знала? Нет. Я не успела ей рассказать. Не грусти. Наверняка знала. Однажды она уехала с Кефалинии. А куда? В Афины. Люди любили ее. Перикл, например. Это имя тебе знакомо? Ха, оно смешное. Как Чирикл. Что насчет Антусы? Ее невозможно забыть. Нет, прости. Если игрушка не вернет ей память, мы просто начнем все заново. Мой орел! Без тебя бы не справилась. Вот, держи. Ты что-нибудь вспомнила?
Кассандра. Да, это я. Отлично, Феба, отлично. Я была одна. Я звала тебя. Ты не пришла. Я вижу их маски. Чувствую их на шее. Где ты была? Теперь я здесь. Я здесь. Все меня бросили. Родители, Маркус, Аспасия, даже ты. Что со мной не так? Чем я плоха? О, Феба, с тобой все хорошо. Просто взрослые эгоисты и глупцы. Пока ты жива, они не осознают, как ты прекрасна. О чем это ты? Расскажи мне, что помнишь. Перикл умирал. Те, кто не заболел, должны были выбраться из Афин. Я была одна. Я всегда была одна. А потом... Мне так жаль, Феба. Я... А где золотые поля? Ты про Элизий? Я была там. Он прекрасен. Но здесь я искала родителей. Ты отправилась в царство мертвых, чтобы спасти свою семью? Ты смелая. Точно так же, как и ты. Я нужна им. И должна их найти. Феба, ты никогда не видела родителей. Волноваться нормально. Я тоже волновалась. Пойдем со мной. Мне будет спокойнее. Для начала скажи, где твои родители? У меня есть подсказка. Тех, кто покинул близкого человека, ждет колесо Иксиона. Может, их близкий я? Все точно нормально? Нет. Но одна Мистия учила меня быть храброй, несмотря ни на что. Вот стараюсь. Доплыть до Элизии непростая задача. Ты знаешь, сколько пробыла там? Я очнулась в лодке. Все было в тумане. А потом свет, золотые поля, водопады. В Элизии пускают лишь самых храбрых воинов. Спустившись в царство мертвых, ты доказала, что достойна быть среди них. Ну, не знаю. Поддержать тебя во время встречи с родителями — честь для меня. Феба, назад! Ah!
уже сказала. Передайте Циклопу, что здесь нет ни девочки, ни ее семьи. Назад! Тихо. Мы не причиним тебе вреда. Скажи, что здесь произошло? Эти подонки последовали за Циклопом с Кефалинией в могилу. А теперь следуют за ним в царстве мертвых. Они искали здесь девочку. Человек с одним глазом. Вы не встречали девочку Фебу? Это Феба. Вот как. Я любила твоих родителей как своих. Они прятались здесь и рассказывали мне о воительнице Фебе, уплывшей в Элизий. Что, воительница? Когда Цербер погиб, они решили отыскать тебя. Но у Циклопа та же цель. Извини нас, прошу. Я вспомнила. Человек с одним глазом, Циклоп. Он заставил меня выпить воды. Он узнал, что мы вернули орла и решил отомстить. Что же делать? Врата в Элизе открыты. Но ты ведь знаешь Циклопа. Чтобы достичь цели, он пойдет на все. С ним нужно покончить. А как же она? Я хочу помочь подруге родителей. Думаю, она не пропадет. Керы исцеляют тех, кого ранили в бою. Они живут рядом. Я могу... Феба... Я справлюсь. Мигом. А потом сразимся с Циклопом. Ладно. Только поспеши, или я пойду тебя искать. Орел Фебы. Но где она? Циклоп знал, что ты придешь. Что вы сделали с Фебой? Всех этих людей, они с Кефалинией работали на Циклопа. Может, она видела Фебу? Хозяйка орла! Циклоп говорил, что ты в царстве мертвых, но я не думала, что это правда. Я ищу девочку. Ее звали...
Ее зовут Феба. Ее увезли на лодке, но она... Что? Не двигалась. Куда они уплыли? Не знаю, но Харон на пристани, на берегу. Без его ведома не уплыть. Давно они уплыли? Если отправишься сейчас, сможешь их догнать. Поспеши. Выбирайся отсюда. Я найду циклопа и покончу с ним навсегда. Вот, возьми. Заплатишь Харону, чтобы он помог догнать их. Харон, узница сказала, что циклоп увез мою подругу вниз по Стиксу. О, девочка из Элизия. Они бросили ее тело в одну из моих лодок. Доставь меня к ней. Как вы, смертные, успокаиваетесь? Выдохни. Так, и объясни, что стряслось. Нет времени объяснять. Я заплачу. Поплыли. Хорошо. Я точно знаю, куда циклоп с Кефалинией увез твою подругу. К вратам. Это место покажется знакомым всем вам. Спасибо. Нам нужно плыть. Это мой дом на Кефалинии. Как это возможно? Феба! Феба! Какая встреча! Я тут узнал, что вы с девчонкой спустились к нам. Не мог упустить возможность оказать вам теплый кефалинийский прием. Только тронь ее. И? Я снова вырежу тебе глаз и на сей раз засуну тебе в зад, циклоп! Я не циклоп! Отдай! Да, циклоп. Так же, как страдала Феба? Что, думаешь?
Феба! Нет! Элла! Элла! Земля, мать всего, выслушай. Аниаза. Кассандра? Ты жива? А ты рядом. Я всегда буду рядом. Всегда, вопреки всему. Спасибо. Встанешь? Что это за место? И где же циклоп? Бояться нечего, циклоп мертв. А эти врата ведут в Элизий. Вот как. Значит, там я встречу родителей. Ты справишься, Феба. Идем. Я начинаю скучать по Кефалинии. Хорошее было время. Не хочу идти. Выбора нет, Феба. Родители ждут тебя. Нет, я хочу быть с тобой. Не бросай меня. Не бойся. Я тоже покину это место, когда закончу дела. Но я буду рядом. Твой орел. Возьми, и я буду рядом. А вдруг я им не понравлюсь? Если так, это будет их вина. Ты должна дать им шанс полюбить себя. Если они не воспользуются им, создай новую семью, как мы на Кефалинии. Я не смогу забыть тебя. Ты тоже моя семья. Можно вернуться к тебе? Ты сильная. Ты справишься. Не сомневайся. Если тебе будет одиноко, найди в себе эту силу. Мы всегда будем семьей, что бы ни стряслось. Думаю, я готова. Феба. Воительница, уплывшая в Элизий. Феба, спасающая свою семью в царстве мертвых. Феба, хозяйка орла. Я так горжусь тобой. Выше нос. Говорил же, что она не лишит ее памяти.
Она помогла девочке найти в себе силы нести свое бремя. Впечатляет.